Почти 10 тысяч гектар заброшенных земель введут в сельскохозяйственный оборот в Нижегородской области в 2016 году. Об этом заявили сегодня на совещании по освоению неиспользуемых земель. Как было отмечено, меры будут предприниматься и на федеральном уровне, и эти меры губернатор Валерий Шанцев обсудил с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым. Я считаю, что то, что мы услышали в обращении президента, это вот основа пошла над Нижегородской области. Это Александр Николаевич Ткачев вложил в доклад Владимира Владимировича при подаче Валерия Павловича Шанцева. Вот результат действия субъектовой службы, субъектовых проблем, которые вылились в конкретные поручения президента. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность нашего государства и региона в нынешних условиях. Мы, конечно, увеличиваем земли. В этом году порядка 10 тысяч гектаров ведем. Но это мизерные величины. Нам нужны, конечно, совершенно другие объемы, совершенно другие масштабы. Только за счет ведения всей земли сельхозназначения, например, Нижегородской области, можно в два раза увеличить производство зерна, не увеличивая урожайность. Такие цифры, сопоставимые, можно получать дополнительные урожаи. Партия «Единая Россия», обращает особое внимание на федеральные земли. У нас, например, в области 20 миллионов гектар федеральных земель, то есть собственника федерации. Эти земли нужно передать немедленно, таким же образом, как и вот эти земли, людям, которые могут на них работать, продать эти земли, люди, которые могут на них получать сельскохозяйственную продукцию, которая нам крайне необходима. Чувствуем, что, скажем, появляются силы, что мы можем расширить зерновой клин. Это на сегодняшний день не так уж и плохо. Зерно востребовано, рентабельность довольно приличная у зерна.